999 рублей за регистрацию. До 200% на депозит. По промокоду «Занос». Казино «Спинвин». Я снова победил. Тебе там одиноко. Вход воспрещен. Ты — это Садако. Ты — новое воплощение Садако. Ничего. Бояться тут нечего. Ведь мама всегда будет с тобой. Таким, как ты, в этом мире не место. Вот почему я вынуждена это сделать.
Садако. Доктор Кикава. Доброе утро. Доброе утро. Комната консультации номер 2. Клинический психолог. Простите за ожидание. Вы себя чувствуете? Уже намного лучше. Хорошо сплю по ночам, и появился аппетит. А его давно не было. Как здорово. Вы выглядите хорошо, госпожа Курахаши. Совсем не такая, как при нашей первой встрече. Ой, да ладно. Извините, я при нашей встрече хотела сказать, вы слишком молоды, но теперь я вижу, что вы настоящий авторитет. Но вам же это все не просто далось, да? Да. Доктор Фудзи очень строг с новенькими, да? Госпожа Курахаши, а вы зоркая. Вот, я же говорила. Да я шучу, ничего подобного. Будет на вас наседать, говорите мне. Я помогу вам его отшить. В конце концов, я ваш самый опытный пациент. Но серьезно, я вам очень благодарна. И позвольте мне вас отблагодарить. Я знаю одно замечательное место. Давайте туда сходим. Конечно же, я вас угощаю. Нет, что вы? Нет, нет, прошу вас. Хотя вы, наверное, заняты. Да, как только вы тут освоитесь, я приглашу вас поужинать. Она сказала, что я строгий. Ишь ты. Можно подумать, я тут всем спуска не даю. Курахаши, кстати, поправляется. Сложно представить, что она в больнице столько лет. Но с ней стоит быть начеку. Она недавно тебе домой пирог прислала, да? С пациентами нужно держать дистанцию. Это основа врачебной этики и самый сложный момент. Ясно. Ага. Тише! Я говорю вам потише! Тише! Тише! Нам доктор показал, смотрите! Что это? Прикольно! А вы можете 100 раз прыгнуть на массажном коврике? Казума? Больно это, наверное! Аж рожа сморщилась. Сдохнуть можно. Отмазался, что молодой. Это больно было. Спасибо за просмотр. Смотрите следующий ролик. Не забудьте подписаться. Жмякайте сюда. Головой ведро с острой лапшой. Вкусно. Вкусно. Так нежно. Что это за бред? Сестра, мне вызов бросили. Что? Я вроде всегда говорил, что хочу работу, о которой дети мечтают. Так? И ты в курсе? И вот сейчас большинство молодежи идет видеоблогинг и стриминг. А как же учеба? Ты же хотел быть программистом, нет? Перехотел. Не идет дело. Как же это надоело! Зачем тебе учебу оплатили? Я все верну. Да я не к этому говорю. Завязывай уже с ерундой. Как ты себя вот этим вот прокормишь? Шанс есть. Я встретил профессионала. Кого? Веб-маркетолога.
Тебе не объяснить, не поймешь. Короче, мне кое-кто особо помогает. Набрать подписчиков, все будет зашибись. Поэтому прошу, поддержи меня. Пожалуйста. Что случилось? Ты одна? Погоди-ка. Да. Эту девочку вчера полиция привезла. Даже имени не помнит. И из дома убежала? И думаю, ее там увидеть не скоро. Как себя чувствуешь? Хорошо ночью спала? Ты хоть что-нибудь вспомнила? Про маму или папу? А имя тоже не помнишь? Ничего. Ты сейчас отдыхай, а потом будет видно, что к чему. Хорошо? Доктор, можете подойти? Да. Они из убойного отдела полицейского управления Тамакита. Офицер Кита и офицер Отсука. Полицейские? Мы можем вам кое-что рассказать об этой девочке. Три, два, один, пошел! Я Фантастический Казума. Подписывайтесь на канал. Всего 8000 просмотров. Но почему? Зрителям надоело. И новое видео скучное. Не надо такие делать. Как так? Юске, ты же говорил, оно хорошее. Не волнуйся, твоя популярность вернется. А тебе сегодня на учебу ведь надо было. Поздно лег вчера из-за монтажа. Я пойду. Надо только придумать. Сейчас на пике популярности стриминг игр, макияж и еще боишься ли ты испытания. Казума, ты не знаешь нечистых мест? Не знаю. Нечистые места в Токио.
Игра бесплатная, но в ней есть вещи, покупаемые за реальные деньги. Ерунда какая-то. Не входить. Топ-10 паранормальных мест в Токио. Пять человек сгорело в квартире. Пятая квартира. Пять трупов. В районе Номата в том месяце был сильный пожар. Поджог устроила Хацука Субуэ, 34 лет. Она мама этой девочки. Что? Устроив поджог, она сама погибла в огне. Мы считаем, это самоубийство. То есть девочка пережила пожар? Что касается этой девочки, мы на основе ДНК смогли подтвердить ее родство с ее тестем. Больше мы ничего не знаем. Мы даже не знали о существовании девочки. Свидетельства о рождении у нее нет. Что? Как такое возможно? Женщина втайне родила ребенка и тайно ее растила. Она даже в школу не ходила. Естественно, никто не знает имени девочки. Ты помнишь вот это здание? Ты здесь раньше жила, да? Ты знаешь эту женщину? Да. Это твоя мама. Субуэ Хацука. Скажи, а ты помнишь свое имя? Как тебя мама называла? Садако. Садако? Это твое имя? Тогда другой вопрос. Скажи, ты помнишь пожар? В твоей квартире был сильный пожар. Ты ничего такого не припомнишь? Даже если мелочь какая-то, если ты хоть что-то помнишь, можешь нам сказать? В твоей маме было что-нибудь странное? Постарайся вспомнить. Ты ведь с мамой жила? Офицер Кита. Из нее ничего не вытянуть. Неужели ты ничего не помнишь? Это ведь очень важно. Напряги память. Твоя мама устроила пожар из-за проблем с соседями, не так ли? Давайте на сегодня закончим. Вы не видите? Она очень напугана. Мы должны дать ей отдохнуть. Добрый день.
Как ты? Засыпай, засыпай. Засыпай, засыпай. Прошу. Мне рядом с этой девочкой не по себе. И она почти ничего не ест. А еще она все время смотрит на меня. Я с ней заговариваю, она молчит. Спасибо, что цветы поменяли. Очень красивые. Да? Правда? Только это не я. Кто же тогда? Засыпай. Засыпай. А неплохо вышло. Слушайте, она какая-то жуткая, да? Жуткая. У меня от нее мурашки. Да, страшно. Подойдем к ней? Да. Сестра, как тебя зовут? Скажи что-нибудь. У тебя вообще имя есть? Твои родители говно, да? Точно говно. Скажи что-нибудь. Ну ладно, раз молчишь, то будешь немтарем. Классное имя, да? Имени нет, имени нет. У немтаря, у немтаря. Имени нет, имени нет. У немтаря, у немтаря. Имени нет, имени нет. У немтаря, у немтаря. Имени нет, имени нет. У немтаря. Что это было? Не поранились? Все хорошо, сидите на месте. Ты цел? Я стал миллионером. Сразу моя жизнь зазвучала, как Панамера. От природы лень, моя подруга. Берегу нервы, бегу от недуга. Играю в казино онлайн, спин-вин называется. Подруга любит лабе, денежка купается. А я кручу-верчу, верчу-кручу рулетку. Лексус малышкой купил, уложил свою детку. Казино, спин-вин, я снова победил. Я снова победил. Дверь лифта открывается. Что такое? Ты почему здесь? Эй! Все хорошо? Здрасте, милости прошу, я Джеймс. И это мой ролик. С машины тёлку снять может любой. Я все подробно расскажу. Так что нам сегодня дадут. С машины тёлку склеить может любой, проверено. Первая особь. Как дела? Я Томми. Канта. Джеймс получил хороший отклик по последнему ролику. Так что мы решили его напугать.
Он скоро тут будет, да? Поужинаем. Моя машина рядом. Правда? Машина? Ага. Я только оплачу парковку. Твоя? Что? Что такое? Какого черта? Там детишки играют. Ты не идешь? Можно с тобой посидеть? Я слышала, ты плохо ешь. Ты не будешь есть, ослабнешь. И тебе капельницу поставят. А мама умерла? Ты вспомнила тот пожар? Не вспомнила. А ты помнишь, что было перед тем, как ты сюда попала? Я все время была в темном месте. Мама иногда приносила мне туда еду. Темное место? В шкаф. Но когда мама приходила, она меня выпускала. Сестра, а ты? Да? Тебе ведь бывало одиноко? Что такое? Погоди! Постой! Что с тобой? В чем дело? Врача есть! Что с тобой? Пульс очень слабый. У нее организм на пределе. Сперва нужно с ее аппетитом разобраться, а потом уже амнезия. Она будто бы жить не хочет. Эй, ты в порядке? Все хорошо? Да. Я не хотел этого говорить. Но вчера госпожа Куракаши пыталась выведать твой телефон. Что? Вы собирались в кафе, но ты не позвонила ей. Ты ей отказала, что ли? Нет, я не говорила, что пойду. Если доктор четко не отказывает, пациент продолжит досаждать. Это как с педерастами. Простите. Неизвестный номер. Алло. Вы госпожа Акикава Майю? Да. Я Ишида, близкий друг вашего брата Казуме.
Дело в том, что я с ним связаться никак не могу. Что? Спасибо за ожидание. Коллекция городских легенд. Вам знаком такой сайт? Плохие новости. Фантастический Казума проник на место преступления. Видео было удалено. Там же полиция еще работает. Залез в сгоревшую квартиру. Жуть ведь какая! Кто-то вызвал на него полицию. Это место проклятое? Где можно посмотреть этот ролик? Я пытаюсь пробраться в сгоревшую квартиру. Видео было удалено. Что это? В прошлом месяце квартира сгорела. Казума принял вызов испытания. Боишься ли ты? Я его отговаривал. Видео место, где люди умерли. Как я мог такое поддержать? Но он меня не послушал. Как и ожидал, полиция вмешалась, и ролик удалили. Ну и дурак. С тех пор я с ним связаться не мог. Может, я зря панику навожу. Но он каким-то странным был, когда я его все же нашел. И что ты будешь делать? То, что должен. Наши ролики никто не смотрит. Даже если так, надо все-таки мир узнать. Это тебя как-то касается? Что? Я кое-что там видел. И даже без тебя, я все равно это сделаю. В этот раз я чумовой ролик запишу. Я видел что-то. Да что ты несешь? Ведь полиция... Пожалуйста, уходи. С тех пор неделя прошла. Он не отвечает ни на СМС, ни на звонки. Ну, мне пора обратно на работу. Хотя ролик удалили, его все равно можно найти. Потому что он распространился по сети. Погоди, пожалуйста. Зачем ты ему это предложил? Ты думал, он такой легковерный, да? Нет, я против был. Раз против, почему не остановил? Я пытался, но он... Ты ребенок. И он с таким восторгом о тебе отзывался. Радовался, что встретил хорошего человека, профессионала. А он ведь ради этого и учебу бросил. Что? Ты, может быть, думал, что он дурачится. Но он был настроен серьезно. Я никогда надолго с тобой связь не теряла. Я волнуюсь за тебя. И Ишида тоже за тебя волнуется. Как увидишь сообщение, перезвони. Фантастический Казума. Удаленное видео.
Ребекка. Он склеил ласты 3 дня назад. Уже неделю как помер. Казума с тех пор канал не обновлял. Проклят, что ли? Когда новое видео? Это все правда? Это все похоже на фейк. А мне было страшно. Это постановка. Да обман все это. Все выглядело реально. Тачимашта. Приветос. Здорово всем, кто смотрит. Это фантастический Казума. Сегодня в этом ролике я сотворю нечто расчудесное. Так где же я сегодня буду? Вон там. Жилой комплекс Нумата. Там случился пожар. 5 погибло. В прошлом месяце. И все это в жилкомплексе Нумата. И сегодня я иду туда. Я пытаюсь проникнуть в сгоревшую квартиру. Почему возник пожар? Как сообщают, из-за ссоры между жильцами. Пожар смогли погасить через 2,5 часа после того, как огонь охватил 9-й этаж. Но подозреваемая в поджоге Хацука Сабуэ была особым человеком. Подозреваемая Хацука Сабуэ. Что в ней особого? Вы же хотите знать, да? Короче, эта женщина была экстрасенсом. Экстрасенс. А конкретно? Она людям гадала и лечила от болезней. И всяким колдунством занималась. Что сильно не нравилось ее соседям. Они и мусор под дверь бросали. Как-то раз даже бросили дохлого кота. Некоторые границы переступать нельзя. Вы в курсе? А ее травили все ее соседи. 9-й этаж. А сейчас я на 9-м этаже. Тут все лентой желтой обклеено. Полиция запретила вход. Низко так, вот так. А теперь я проберусь в квартиру подозреваемой в поджоге. Ладно, поехали. И тут намалевано. Тут повсюду эти надписи. Написано Хацука Сабуэ. Ладно, заходим. Поехали. Прошу прощения. Медленно. Это коридор. Я внутри. Темно. Ладно. Воздух очень тяжелый. Вам, скорее всего, не понять. Пахнет пожаром, будто он еще здесь. Гарью пахнет. Посмотрите на обои. Здесь тоже написано «Вход воспрещен». А тут дверь железная. А внутри еще одна дверь. То есть в этой комнате сразу две двери. Понимаете? Я захожу туда. Идем. Как прикольно. Погодите-ка. Это же оно самое, да? Место, где лежал обгоревший труп. Это ведь он тут лежал? И тут все обгорело. Похоже, зеркало и CD-плеер. Кондиционер, блин, тоже весь сгорел. Вот это пожарище был. А это типа... Шкаф тут был? Полки типа. Тут куда больше всего, чем я мог бы подумать. Ничего себе. Погодите. Что это? Погодите, я вам покажу. Похоже, тут стенной шкаф. И на нем цепи висят.
Что за... Погодите-ка. Интересно, замок сломан? Это как-то ненормально. Кто так шкафы запирает? Так. А хотите, открою его? Итак, заходим. Пошли. Что? Что? Погоди-ка. Это что, обереги? Тут много оберегов повсюду. И наверху. Тут что-то было? Что здесь держали? Погодите. Что это? Похоже на кукол. Это какие-то детские игрушки, их тут много. А? Что? Тут и пиала лежит. Я была в темном месте. Мама мне иногда приносила туда еду. Тут словно кто-то жил. Многие вещи об этом говорят. Как-то это стрёмно. Особенно эти обереги. Погодите. Мне реально страшно. Как вы... можете видеть? Мы нашли нечто необычное. И очень жуткое. Лифт идет вниз. Короче, это фантастический Казума. Что? Как вы можете видеть? Мы нашли нечто необычное. И очень жуткое. Что это такое? Заявление о пропаже человека. Нет смысла его сразу же искать. Но последний его видевший сказал, что он вел себя странно. И все-таки это не исключает возможность самоубийства. Чего? Мы зарегистрируем вашего брата как сбежавшего из дома, хорошо? У меня кроме него никого нет. Да? И он никогда вот так никуда не пропадал. Да. Да, конечно. Если Казума выйдет на связь, сообщите мне. Хорошо. Спасибо. Извините за беспокойство. Тут много повседневных вещей, будто здесь жил кто-то. Здесь что-то не так. Повсюду обереги, даже наверху. Мне что-то страшное. Как вы можете видеть? Мы нашли нечто необычное и очень жуткое. Thank you.
Госпожа Курахаши. Вы что делаете? Доктор, простите, я кое-что забыла, поэтому взяла ключи госпожи Оно. А вы чего так поздно на работе? Так это вы меняли цветы в моем кабинете, госпожа Курахаши? Вы все-таки заметили? Вам редко цветы дарят. Они вам понравились? Ой, это стебли обрезать. Доктор, спасибо вам большое. Я вам очень благодарна. Но не ходите больше в мой кабинет. Вас наругают из-за меня? Да нет, ничего подобного. В чем же дело? Почему вы убегаете от меня? Постойте, чего вы так боитесь? Ничего, не обращайте внимания. В чем дело-то, доктор? Вы ведете себя странно. И вы ни разу мне не перезвонили. Разве это не грубо? А я ведь ждала звонка. Госпожа Курахаши, успокойтесь, пожалуйста. Да я и не злюсь вовсе. Я вовсе не собиралась вас специально игнорировать. Я же сказала, что не злюсь. Да и вообще, с чего мне на это все злиться? Вы ведь такая высокомерная. А я к вам со всей душой. Почему вы меня игнорируете? Очнись, ну же! Что с тобой? Акикава? Акикава? Что с тобой?
Приди в себя. Что с тобой? Слышишь? В реанимации я нужен кислород. Акикаба. Эй. Слышишь меня? Госпожа Курахаши, что случилось? Госпожа Курахаши, я хочу вас осмотреть. Можете встать? Я помогу. Все хорошо, госпожа Курахаши, тише, тише. Кресло-каталку. Есть. Все хорошо. Я вас не трогаю, все хорошо, Успокойтесь, пожалуйста. Все хорошо, я помогу вам сесть в кресло, хорошо? Госпожа Курахаши опять ляжет в больницу. А мы думали, она поправилась. Прошу прощения. Но ты не виновата. Тебе нужно отдохнуть. У здорового врача здоровые пациенты. Ну а как там девочка? Она в реанимации. Еще не пришла в сознание. Честно говоря, это очень плохо. Доктор Фудзи. Я... видела что-то странное. Когда госпожа Курахаши напала, там была женщина с длинными волосами. Ты — это Садако. Ты — новое воплощение Садако. Ты вызываешь несчастье. Однажды ты начнешь губить людей, как Садако. Доктор Акикава, ей пока нельзя ни с кем говорить. Доктор!
Не усложняйте все, доктор. Садако, расскажите мне про нее. Очень вас прошу. У меня брат пропал. И, возможно, мой брат тоже ее видел. Госпожа Курахаши, почему вы ее назвали Садако? Очень вас прошу, объясните, что происходит. И еще старшеклассниками погибли мои друзья. И не только они, но и многие другие. Все они были убиты проклятием Садако. Проклятием? Давным-давно жила одна женщина, экстрасенс. Она была ясновидящая. О ней знали многие люди. Позже кто-то ее обманул. И из-за этого она себя убила. И ее дочерью была Садако. Садако может убивать силой мысли. Она еще сильнее, чем была ее мать. Но дело в том, что она погибла очень рано. Отец Садако боялся ее и ее способностей. И он убил Садако, бросив ее в колодец. Именно так и родилось проклятие. Если на тебе проклятие Садако, то ты умрешь. Как умерли мои друзья. Все. Проклятие, значит? Как такое возможно? Я знаю, что это была Садако. Это все реально. Проклятие существует. Я ведь сама все видела. Считайте, что ваш брат покойник. Ведь на нем уже ее проклятие. Как больно! Поясница странно хрустнула. Ну, смотрите сюда. Это второе испытание. Из этого положения вот в это. Аж рожа сморщилась. Смертельно. Куда же ты делся, Казума? Я фантастический Казума. Не забудьте подписаться. Thank you.
Алло? Это Ишида. Простите, что беспокою. Кажется, я нашел Казуму. Увидел его на одном из ранее выложенных роликов. Я тоже. Что? Я тоже видела. В ролике. Ошима? Да. Остров Ошима. Нашел через поиск по изображениям. Говорят, это место, где медитировали древние монахи. Таинственные места Токио, безымянная пещера. Множество монахов погибло там. И это святилище создали, чтобы сдержать их души. Но так как 20 лет назад произошел обвал, вход туда запрещен. Помните обереги с того видео? И зачем тут цепи? Ну, открываем. Пошли. Ого! Что? Это что, обереги? В той квартире? Кацука Сабоя как-то связана с этим местом. Каким образом? Пока не знаю. Не ясно даже, как этот ролик был обновлен. Как видите, мы нашли нечто жуткое. Это первая подобная вставка. Вы слышали про проклятое видео? Что? В сети про это ходят слухи. Я не знаю, кто именно его первым нашел, но каким-то образом кадры этого ролика попадают в чужие видео. Это значит, что загружающий видео проклят. Это широко обсуждают в интернете. Проклятие. Я думал, это городская легенда. Эксперты помогут объяснить ее экстрасенсорные способности. Ямамура Шизука. Открытый эксперимент. Способности? Это женщина с видеовставки? Ее способности оказались настоящими. Что? И она родилась на острове Ошима. А дочь ее звали Садако. Садако? Казума. На острове Ошима. Алло? Алло, это доктор Фудзи. Послушай меня внимательно. Госпожа Курахаши мертва. Что? Утром, когда медсестра ее нашла,
Раз, два, три. Что случилось? Я поеду спасать Казуму. Спасать? Как? Госпожа Майо. Я поеду с вами. Я ведь втянул Казуму во все это. Вам не холодно? Давайте внутрь зайдем. А что именно Казума видел? При нашей встрече он лишь говорил что-то. Казума правда проклят. Вы что, действительно в такое верите? Потому что я сама видела Садако. И в той квартире Казума видел Садако. В шкафу, в котором была заперта девочка. Плач девочки, переживавшей то же самое, разбудил проклятие Садако и призвал ее. Ну, пойдем. Дальше ходить запрещено. Ограждение под напряжением. Правление острова Ошима. Пожалуйста, подождите здесь. Эй, а ну стой! Вы что творите-то? Нельзя туда входить, запрещено вообще всем. Мне кажется, что мой брат пошел в эту пещеру. Прошу вас, мы должны его оттуда вытащить. Чего? Туда правда кто-то забрался? Это не то место, куда можно просто войти. Вы вообще хоть знаете, что это за место? Там находится святилище. А тут туристы шныряют. Говорят, за осквернение святыни море их смывает и топит. Особенно в буре. В этом месте люди оставляли морю своих нежеланных детей. И это святилище способно призывать проклятие от лица детей, убитых их родителями.
Их душами кормится сама Садако. Садако? А вы знаете про Ямамуру Садако? Неважно, сегодня в пещеру не войти. Ее приливом затопит. Приливом? Сегодня ведь полнолуние. Прилив будет высоким. Если сегодня войдете в пещеру, море вас приберет. Полнолуние. Так и знала. Смотри. Фото меняется? Но как? Вход воспрещен. Опасно. Сегодня ничего не найдем. Волны слишком большие. Прилив скоро. Поищем его завтра. Завтра будет поздно. Чего? Если не спасем моего брата, то он... И могут быть еще пострадавшие, если вы к нам не прислушаетесь. Стой, стой. Не дурите, пожалуйста. Успокойтесь. Отпустите. Спокойно. Госпожа Майо. Только взойдет луна. Казума он. Прошу, не говорите ерунду. А вот он меня всегда спасал. Мы с Казумой выросли в детском доме. И еще в начальной школе родители отказались от нас. Сестра, ты чего? Хочешь покушать? Смотри, новый фокус. Мое лицо все сморщилось. Это святилище может призывать проклятие от лица детей, убитых родителями. И мы с Казумой могли призвать Садако. Я стал миллионером, сразу моя жизнь зазвучала, как Панамера. От природы лень, моя подруга, берегу нервы, бегу от недуга. Играю в казино онлайн, спин-бин называется. Подруга любит лабе, денежка купается, а я кручу-верчу, верчу-кручу рулетку. Лексус малышкой купил, уложил свою детку. Казино спин-бин, я снова победил. Я снова победил.
Госпожа Майю. Вход воспрещен. Осторожно, камнепад. Прямо за этим завалом должен быть Казума. И как нам обойти? Казума. Госпожа Майю, госпожа Майю. Черт! Казума! Казума, где ты? Thank you.
случилось? Возьми себя в руки! Казума! Казума! Почему? Садако. Прости меня, Садако. Но я в отчаянии. Садако бросила ее родная мать. Но она не умерла тут. Садако выжила. Видимо, отсюда. Это ее ужасная сила. Была брошена. Давление 57 на 30. Кислород 93%. Она в сознании? Пока еще нет. Ее показания? Температура 35 градусов. Исследование крови. Вот. Я вижу синяки. Она очень слаба. Хорошо. Продолжайте капельницу. Нижние конечности коченеют. Доктор! Проверьте уровень кислорода. Есть. Ноги ей поднимите. Может, разбудить ее? Очнись! 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 Все хорошо! Все хорошо! Не надо! Не сдавайся! Не сдавайся! Ты не одна! Мамы нет, но я с тобой! И я тебя защищу! Я не дам тебе умереть!
Доктор, пришла в себя. Показания. Пришли в норму. Уровень кислорода растет. Давление. Выровнялось. 118 на 79. И бледность прошла. $999 за регистрацию. До 200% на депозит. По промокоду «Занос». Казино «Спинвин». Я снова победил. Госпожа Майо, вы в порядке? Погодите. Казума! Казума, ты как? Казума! Казума! Очнись, Казума! Казума! Что с тобой такое? Казума! Казума! Что с тобой? Ты в порядке? Казума, приди в себя. Казума. Сестра. Сестра, беги! Беги! Казума! Не подходи, сестра, не подходи! Госпожа Майо! Отпусти меня! Казума! Юска, уведи мою сестру! Сестра, прости. Казума! Казума! Нет, нет! Госпожа Майо! Нет, нет! Госпожа Майо!
Доктор Акикава. Девочка мне сказала, что хочет поговорить с вами перед выпиской. Я внезапно четко услышала ваш голос. И благодаря вам я вернулась. Спасибо. Thank you.